Этот переход на второй этаж всегда был проблемным, ну я не знаю, он будет учтен в новом проекте? Да, он учтен, он более с нового материала будет разработан, но также будет переход через верх, как он в данный момент находится. Ну, вот конструктивно, тогда потому что нужно, под землей наверное, предусмотреть невозможно. Какой-то эскалатор, потому что ну, людям сложно вот так вот ходить. Это не современно, это не сегодняшний день. Эскалатор предусмотрен тоже там, да. Да, поэтому это... тут я, конечно, согласен с вами о том, что не учтены. Да, Михаил Григорьевич, да. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. Я так понимаю, что финансирование будет исключительно с государственного бюджета, правильно? Да. Скажите, что ваши личные ожидания от сотрудничества с Николаевской громадой, я имею в виду с депутатским корпусом, городским и областным, если можно? Угу. Сотрудничество в плане финансовом, я на этот вопрос вам не отвечу, это принимает решение мое руководство. Сотрудничество в плане как потребителя, совершенно верно, любые изменения, скажем так, внесение коррективов, после того, как мы в дальнейшем будем собираться более углубленно, рассмотрим проект, все изменения мы будем принимать, разрабатывать и вносить в проект, в процессе реконструкции. Геннадий Иванович, вот смотри.